Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. День второй, и забираем 5000 монет. 5000 монет. Так, в команде, пацаны, кто играет? Простите, что не играл, но еще наиграешь. Привет. Обязательно, поздороваться надо. Так, ну что, друзья мои, открываем сундуки, естественно, с бесплатных начинаем. Так, зимние шины, ускоритель дым. Здесь нам выпадает крылья, амортизаторы прыжков, кстати. Дальше у нас тяжеловоз и ускоритель фляг. И последний пак. Здесь у нас защитная арматура для мотороллера. Защитная арматура и амортизаторы прыжков. Опять же, ребята, на ролейку. Плюс виповку. Тяжеловоз, ускоритель дым на автобус нам достается. Дальше, что у нас тут? Так, гонки. Ну, гонки вроде бы, ребята, все активно, я так понимаю, да? Если что, пишите в комментах. Ну что, сегодня попробуем взять 26 тысяч кубков. Да? И прокачаем, наверное, блин, сумрачный кубок долины начинается. И прокачаем пока, наверное, ККМ-ку. ККМ-очку. Так. И вот так. Слушай, ну тут остается совсем чутка. Здесь два уровня поднять, здесь 4, и тут еще дофига чего. Ладно. Нам нужно ехать. Стоп, я забыл поменять, ребята, и кнопки. Ну что, вроде бы вовремя спохватился, но не успел, к сожалению, нормально разогнаться. Ладно, авось нам повезет. А смотри, опять везде ролики, ребята. Очень их тут много. Так, давай, родной. И я приезжаю здесь первым. Замечательно, я даже сам для себя не ожидал. Потому что я стартанул очень поздно. Ты видел, что был старт не идеальный. А, тут у нас две ролики и ККМ-ка, оказывается. Ух. Нет, заезжай сюда. Да что ты. Ну вот, ребята, ККМ-ка, к сожалению, перевернулась. И, по-моему, я тоже. И я тоже. Вот что значит паника, ребята. Вот что значит паника. Хуже не придумаешь, когда начинаешь и так, и сяк. И это был, оказывается, я. И я засмотрелся вообще на первую машину, которая там ехала. В общем, очень плохо и скверно мы начали гонку. Кто-то там крышу потерял, я смотрю. Да, здесь мне... Судя по всему, вообще, ребят, ничего не... Нет, ну ККМ-ку я обогнал. Ладно, ККМ-ку обогнали мы. Но третьим... А по итогу сколько у меня? 5 очков. Это второй, получается, я, да? Второй, ладно, ребят. Скажем так, что это был разогревочный у нас заезд. Разогревочный, блин. Отмазался, да, типа? Понимаешь, когда очень много ролик едет... И ты начинаешь путаться просто. Хорошо, что она еще цветом у меня другого. Слушай, а что происходит? Почему моя машина где-то сзади всех? Не понял юмора. Так, надо исправлять, ребят, ситуацию. Что такое? Ага. Сейчас мы проверим. Хорош, буст нормальный сейчас был. Ой-ой-ой. Четенько. И все, ребята. Нормально. Я не могу понять, что там на машине у них надето. Не видно, к сожалению. Но опять же, хорошо, ребята, что мы с вами буст взяли. Без него бы фиг там что... А, все, я понял, у них ускорители. У одного там ускоритель точно был. Он прям отлетел. Куда-то там все полетели. Я не знаю куда, ребята. Но, как видите, я опять первый. И эту гонку я выигрываю. Ну что же. Вроде приходим в чувство, да? Так, теперь давай-ка мы скоростные спуски. Твою дивизию. Так, где-то у нас... Новый костюм. Мы с тобой не пробовали вот этот костюм, насколько я помню. Кстати, у нас новый жезл, кстати. И возьмем
Так, подожди-ка, что-то у нас из головного убора вроде бы тоже новое было или нет, ребят? Давай наденем очки. Такой вид у нас. Очки плюс... Даже не знаю, какую физиономию подобрать. Вот такую вот. И какой-нибудь новый шмот, который мы еще не надевали. А мы, по-моему, уже тут все одевали, все, что можно. Вот, леприконовский. Вообще можно одеть, честно говоря, сет. Просто сет леприкона. У нас же лицо есть леприконовское или нету? Нету. Ну, вот такой вот будет у нас шалопай. В наушниках и в костюме леприкона. Псевдо-леприкон. Подделка, фальшивка, как хочешь называй. Все, я понял. Ненавижу я эти колеса. Смотри, на какой чувак тачки едет. Подготовился, сразу видно. Подготовился. И все-таки я первый. Он специально взял такую машину, чтобы проезжать по бездорожью. Думает, мы его не раскололи, да? У него, кстати, тоже нитро, ребята. Да что ты будешь делать-то? Почему я постоянно последним-то еду? Ох, тут две машины, оказывается. Это... Трындец. Тут, оказывается, два. Две тачки с такими колесами. Вот это надо же было разбиться так нелепо. Это непростительно, да, друзья мои? О, горючку взяли и первое место заняли. Обалдеть. Тин-трин-трин, такой в костюме в таком. Ладно, едем дальше. Приступайте к развлечениям. Это же у нас диверсии, насколько я помню. Я эти трассы терпеть не могу, потому что они, ребята, ну тут слишком замудренные, скажем так. Иван, отвали. Ну, будет у нас первое место. А тут что, одна гонка? Нет, не одна, ребят. Выиграй 6 гонок. Я задание это завершил. Так, а вот здесь вот будет немножко, ребят, сложнее, потому что здесь сейчас пойдут у нас тоннели. Что там за ролейка, я не могу понять. Они все с магнитами, друзья. Все абсолютно с магнитами. Да чтоб у тебя руки отсохли, а? Паршивец ты этакий. Накаркал. Твою налево, ну... Сам себе, ребят, накаркал. Я офигею. Ну давай ты едь нормально, блин. Чувак впендрючился. Не вписался, так скажем, да? И круто. Ну и круто, что он не вписался, потому что мы, по-моему, ребят, первое место занимаем сами. Да. Обладатель чемпиона кубков Рейчик доказал. Ну что, 26 тысяч кубков уже, ребят, не за горами, как вы видите, так что... Можно радоваться. Так, амортизаторы. Зимние шины. Так, 3000 монет. Здесь ничего хорошего. Так, сделай 5 приворотов. Выиграй 6 гонок на ККМ-ке. Это все не то. Да. Выиграй 5 гонок. Вот это по мне. Ну что, друзья мои, кубок застойный у нас с вами. Как всегда я где-то там... Это чё? Нифига, ребят. Ты видел, что я сейчас сделал? Я сейчас был сам в шоке от того, что произошло. Но вайп все равно как-то впереди оказался. Причем очень уже далеко от нас уехал. А, он едет на ватрушке. Короче, там, где все практически встряли, как ты видишь, мы только вдвоем выжили. Все встряли на этом крокодиле. Я так понял. Все просто именно там позастревали. О, друзья, друзья, друзья. Но у меня тут нет слов. Тут у меня уже нет слов, потому что, ну, сами видите, что произошло. Третьим, да?
Но, по крайней мере, здесь мы перегнали эту ватрушку. Как ты видишь. Но меня это вообще нисколько не тешит. У всех одинаковое количество очков, ты заметь. По 3. Давай попробуем. Упс. Вот не могу понять, почему там машина останавливается, а, ребят? Доски, я ж видел, куда улетели. Ну вот, вот о чем и речь, друзья мои. Чемпиона фиг победишь. По красоте. Первое место у меня. Первое место, и мы... И мы взяли с тобой 26 тысяч кубков. Ох ты. Но это топливное у нас выпадает на багги. Монетный на мотоцикл. Так, открываем сундук. Крылья, ускоритель. Так, ну что, давай попробуем тогда доехать вот до сюда, ребята. Скоро у меня, кстати, закончится випка. Так что... Погнали. А новую випку ты уже не купишь, потому что, насколько я понимаю, Google Play уже не принимает оплата с наших карточек, с банковских. Ну, сами понимаете, почему. Нифига себе, вот это буст сейчас вообще. Вот это круто, ребят. Я прям сам в шоке от того, что... Что мы сейчас тут с тобой вытворили. Пол трассы мы просто проехали. Чётенько. Мне понравилось. Такс, ну такого больше ты фиг повторишь. Даже если захочешь специально сделать, не получится, ребят. Мне нужен, знаешь что? Мне нужен бензин. Вот он, бензин. Опа, на колесики упали. И дальше едем с тобой. Горючку есть. Ну, тут вообще как супер... Супер Дэнди проехал. Так, ну я думаю, что здесь меня уже вряд ли кто-то обгонит. Хотя... Ну, я имею в виду именно по первому месту. Опа! Мы вырулили. Я больше себя хвалить, ребят, не буду никогда. Вообще никогда не буду хвалить. Потому что постоянно такая фигня происходит, что как только что-нибудь ляпнешь... Все. Нет, я, конечно, здесь буду первым. Наверное. По очкам. Ну, хотелось просто эту гонку нормально сыграть, а не то, что у нас тут вышло. Вышло у нас тут бредотня. Мотоцикл просто не доехал. Просто, ребята, мотоцикл не доехал. О, сундук. Так, защитная арматура, ускоритель дым, амортизатор прыжков. И открываем с тобой вот этот сундук. Дым-ускоритель. Конечно, классные выпадают награды, но не на раллийное авто. Ох, ничего, ого. Я ж дар речи потерял, ребят. Ну, просто всех, тихо, просто всех сделал, ребят, по прямой. Взял только лишь один ускоритель и как втопил. Да, это было классно. А повторить слабо? Я боюсь, мы таким темпом только перевернемся сейчас. Ролейка сзади едет. Вот и все. И пошли мы в отрыв. Стоило только взять ускоритель, точнее горючее, и мы с тобой поддали, как говорится, газку. Вот тут что-то мне не нравится. Как мы... И, во-первых, старт был не очень хороший, да? Есть. Я взял горючее. И по итогу, ребята, мы должны быть первыми. И сейчас... Ну да, вот это вот может очень, кстати, сильно навредить. Пока ты там делаешь прыжки, тебя могут просто обогнать. Ну что, получаем нашу награду. Опа. Шапка-поросенок. Проедьте 2000 метров в зима приключения. Опять диверсия, ребят. У нас опять
Это диверсия. Все, как всегда, стартанули. Ну вот, вот тебе и результат. Какая же эта трасса, а? Противная, друзья. Спортивное авто, вали отсюда. Не нервируй меня. Первым. А он меня уже хотел там обогнать. Ну, я думаю, что ты видел, да? Он там подрезать пытался, но, слава богу, у него ничего не получилось. И как бы мы нормально здесь вырулили эту ситуацию. Так, перелетаем, перелетаем, перелетаем. Отлично. Еще и на колесики приземлились, вообще шикарно. Ну а что делать, ребят? Ага, круто. И вот мы на финише. Фух. С замиранием сердца я на это все смотрю. На наши гонки. Переживаю, ребят, на самом деле. Прикинь. Вот это было вот... Ну вот не придумаешь. Вот нарочно же не придумаешь, ребят. Такую вот пакость. Что все проехали, а я почему-то не проехал. У меня, видите ли, колеса встряли. Ну, благо, что хотя бы не последний. Хотя очень много потерял времени. Очень много потерял времени. Ну что, открываем. Так, здесь тоже открываем. Так, что у нас там пишут? Тимоха, привет. Шумахер, здорово. Ты можешь меня не скучать, я на воскресенье проеду. Да я никого не собираюсь скучать, ребят. Мне главное, чтобы вот таких вот было меньше. Вот таких. Я надеюсь, они понимают, почему я их удаляю. Ну, 0 километров, это просто зайти и не играть, ребят. Ромчик плей тоже, извиняй. А, они, по-моему, давно уже удаленные, да? Тимоха. В общем, пока вот так вот оставим. Ну что, ребята, гора смерти. Блин, да это который спуск, подъем, по-моему, она, да, это она. Кстати, у одной машины такая же раскраска, как у меня. Друзья, точь в точь. Прикинь, как я его подрезал. Как я его подрезал. Это прямо на финише. А как меня, ребят, подрезали? Сколько раз, а? Согласись. По-моему, все было по справедливости. Как там чувак вот так вот сиганул? Объясните мне. Смотри, я еду очень аккуратно, ребят. Все равно не могу этого. Что у него сейчас там было? Что за супер-пупер-буст? По-моему, спортивное авто двупендривалось. И я первый. Хотел там сзади поджимать. Такой, сейчас я рейчика сделаю. Да хрен ты сделаешь рейчика. Хрен ты, понял? Ребята. А знаешь все почему? Потому что у нас нет колес нормальных. Вот именно здесь у нас нет нормальных колес. Поэтому, ребята, сцепление хреновенькое. И здесь обычно вот на таких вот трассах снежных мы с тобой всегда забирались. Тут я смотрю, там встрял вроде бы, да? Да ё-моё, ну все, ребят, тут нет скорости, еле-еле заполз. Но все равно я первый должен быть. Да. Я все равно, друзья мои, здесь первым. Так, смотри-ка, на ККМ-ку амортизаторы выпали. Ну что, нам предстоит всего лишь одна гонка, ребята. Горные мосты. Блин, это, по-моему, где у нас этих очень много всяких мостов, да? Это, по-моему, эта трасса, да. Смотри, как много ККМ-ок здесь участвует.
и с крыльями, и с чем только тут. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Не будем мы этот ускоритель брать, потому что, помнишь, мы тогда взяли тоже этот ускоритель? Вместо того, чтобы взлететь, просто врезались в потолок и, соответственно, разбились. Горький опыт. Горький, друзья мои, опыт. Офигеть. Давай-ка лучше вниз поеду. А, какой вниз-то? Я не увидел, что там мостик натянутый. Ну, ладно. Главное, что первое место занял. Не, я поеду вниз, наверное. Пока я тут думал, куда я поеду. Теперь наверх. Все, теперь уже никуда. Теперь уже никуда. И все равно, несмотря на это, ребята, я выиграл гонку и, соответственно, забрал нашу награду. А вон, кстати, и шапка лепрекона. Вот она. Это она будет здесь, получается, да? Или... А, вот здесь вот. Ну да. А тут каких-то 5 деталей. Не показано, ребят, какие детали у нас тут будут. Ну да и ладно. Так. А что это за события такие, друзья? Что это? Футбол? Не понял. А в чем прикол? Чё-то я не понял, если честно. Надо забить мяч или что? Ну, наверное, надо забить мяч. Так, я на 75-й позиции, что-то я не понял. Сейчас еще раз посмотрим. Вот можно вопрос, почему у всех... И чего? Куда дальше пролетит мяч, что ли, надо? Я не знаю, я не пойму, в чем прикол. Я не врублюсь, серьезно, ребята, в чем приколюха? Нет. Что-то для меня это как-то... Я не понял, что здесь надо сделать. Ладно, ребята, я просто глянул. Заберем эту свою несчастную 1000. Слушай, а вот это вот событие, вот это вот нельзя, ребята, да? А, это все события, что я играл и где я что заработал. Все, я понял. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.